Щенячий патруль! Что у вас случилось? Что? Вы сами отвечаете на звонки? О, боже, я даже не думала, что я... Поверить не могу, что вижу щенячий патруль! Я большая фанатка! Просто отпад! Мы можем тебе чем-то помочь? Да, да, да! Меня зовут Либерти, и я звоню из города приключений. Случилось нечто ужасное. Хамдингер был избран мэром. Хамдингер? Он худший мэр в истории мэров. И это мягко сказано. И не говори, он сущий кошмар. Он уничтожит весь город. Прошу, нам нужна помощь. Приезжайте скорее. Город приключений в опасности. Вперед, щенки, собирайтесь. Отважным щенкам все-все по зубам! Да! Что такое, гонщик? Я не поеду. Но мы должны, мы нужны им. Я никогда не вернусь в город приключений. Гонщик! Что это с ним такое? Гонщик уже бывал в городе приключений. У него много плохих воспоминаний из этого места. Его бросили там еще щенком. Город был таким большим, а он таким маленьким. Жизнь была трудной. Город — страшное место, если ты совсем один. Так ты там его нашел? Именно. И я привез его в залив приключений. Гонщик, давай поговорим. Я не хочу возвращаться в город приключений. Знаю, было сложно, но ведь это давняя история. Я боюсь туда возвращаться. Все увидят, что я тот же испуганный щенок, а не герой, каким меня считают. Обещаю, все будет совсем иначе, чем в прошлый раз. Все будет хорошо. Ну же, гонщик, этим людям нужна помощь. Мы щенячий патруль, это наша работа. Доверься мне. Okay. Ладно, я тебе верю. Now, может, покажешь голос? Ау! Ну уже, ты можешь лучше. Ау-ау! Молодец! За работу!